Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон OnePlus Nord 3 5G, и сейчас я вам покажу, как войти в режим разработчика на этом телефоне. Итак, заходим в настройки, опускаемся ниже, переходим в раздел об устройстве, переходим, нажимаем версия и просто нажимаем сюда. Вы находитесь в режиме разработчика. Чтобы посмотреть настройки для разработчиков, переходим в дополнительные настройки и нажимаем для разработчиков. И здесь вы можете посмотреть все, что вас интересует. Чтобы выйти из режима разработчика, просто переводим вот этот вот тумблер в серое состояние. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!